Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. А я уже записываю. Всем добрый день. Всем просто привет. Короче, у нас тут проблемы с записью были, поэтому мы такие злые. Да. Так. На самом деле мы дико добрые. И это все трындёж, но тем не менее. Ох, нифига себе, у них там свитки за 150. Да, они и в этом были вообще-то. Ну, они были, да, но у меня сейчас 4 ляма, можно, наверное, себе позволить парочку штук. И надеюсь, что тебя хорошо слышно. Потому что мы знаем, что есть проблемы со звуком, но Diablo это единственная игра, где мы эту проблему не можем решить. Да, не настроить звук, как только не пытались это делать. Да, поэтому... У меня есть к тебе просьба. Какая? Подожди меня. Обойдешься. Это тебе надо. Вот, вот если за кроликом вот этим идти, то можно достижение найти. За каким кроликом? Может, здесь кролик? Ты уже кролика нашел. Да, ну как в Матрице, говорит. Иди за белым кроликом. Все, ребят, видимо, стрим больше не будет. Элкин кролика нашел. Все, меня сейчас этот Морфеус заберет. Так, давай, кролик. Здесь есть реальное достижение. Все, кролик исчез. Ты идешь там или нет, Роджер? Так я не знаю, за каким ты там кроликом бегаешь. Все, я уже из города выхожу. За каким-то кроликом бегал? Ладно, потом посмотрю. Так, что у них здесь интересного есть? Я обычно проверяю. Все, я уже волшебницу нашел. Сейчас я сдохну. Ты хренов читер. Так, мы... Что там дает? Увеличение что-то там. Можно доспех вот этот в голову. Черт, у меня где-то камешек был, а я не помню где. Понял, в колдее, чем ты богаче, тем ярче твоя одежда. Да, ты покраситься решил? А, ну ты же баба. Все понятно. Тебе же краситься надо. Мужик проснулся, пошел на работу. Да-да-да-да-да, а мне приходится, видишь. Видишь, как бабины эти персонажи берут верх над собой. Над собой, да. Над тобой. Над собой тобой. Руками и ногами. Сколько у тебя урон? Ну вот сейчас 1300 было. Нет, на С когда? 324. Ладно, я промолчу. 500, 700, 900, миллион? Я не буду тебя расстраивать. Окей, мне как-то все равно. Хорошо. Я просто сейчас умру и все, и ты будешь потом кооператив и лон проходить. So lonely будешь ты у нас. So alone, alone, and alone, and alone, and alone. А с Ален Делоном будешь проходить. Кооператив с Ален Делоном, это нечто, наверное, будет. Да. Вначале все будут удивлены, что Ален Делон играет в этот. Да, в потом... потом... А потом будут внимательно смотреть, как он там, за кого, какой класс. Не, а потом будет еще долго думать, как же дезертирка узнала. И где с ним познакомился. В самом деле. Да ладно. А кто с нами говорит? Не знаю. Труп, наверное. Шпидин. Ты видел, как щит пролетел четко мимо? Как ты узнала, Азаса? Я тоже ищу кое-кого. Как ты узнала о засаде? Я тоже ищу кое-кого. И чё? Ну и исчезла. Ну, глюк, бак, выходим. Нет, вон она. Наконец-то так и... У сейчас меня она стояла рядом волны с тобой. Да-да. Давай, стальной волк. Ничего себе, ты его ушатал им. Он обиделся, наверное. Говорит, все, у него там урон, наверное, 1000. Поэтому он Элкину не говорит. И да. Я сразу лучше умру, чтобы мне больно не было. Это вдруг что-нибудь влетит в меня. Ну? Куда ты там убегаешь? Вот я вот этих микробов не люблю летающих. А я прям на них бегу обычно. Я надеюсь, ты есть чем-нибудь лучше будешь находить. Ты мне вначале будешь предлагать, прежде чем... Конечно. Вот тебе надо было ту кучу подзывать? Какую кучу? Ты где-то здесь вот видел кучу? 4
4000, нифига себе. Чего нифига себе? А 4000 крит был. А. Он, лошадь на месте подскакала и все. Я довольный остался вообще. О, 105 крит, это круто. Так, дерись на нашей стороне. Ты это кому? Чего? Ты это кому? Ну, мы переманили его на свою сторону. Так, надо не забывать, что мы на этом играем, и то, что здесь здоровье, да, все-таки это. Здоровье, да, не шуточное. Это я вон под бабочками стою. Под бабушками? Под бабушками, да. О, попробую прыгнуть, смотри. Куда ты там прыгаешь? Обидно даже. Хотя бы на самом деле, по идее, мог бы. Я синих нашел, иди сюда. Я тут рядом. Ну ты их убей, я опыт получу. Да размечтался. У тебя же там миллион урона. Так, давай ты их в кучу соберешь, я телепортируюсь на них. И как я буду их собирать в кучу? Вот так вот, бах, и все. Окей. Черт, мимо промазал. Так, давай, синяк, дерись на нашей стороне. Эскиз! Ах ты гаденыш. Рыжий! Эскиз клятва тени обучает кузнеца легендарного церемониального кинжала. Мне бобо сделали, чувак. Че ты тут нашел? Я, короче, все шмотки теперь собираю, потому что я понял, что нам нужны обычные обломки, а они только из обычного оружия, как ни крути. Блин. Меня этот ураган достал. А че, он тебя опять зацепил? Нет, он просто, оказывается, жизни отнимает. Ну, логично, да, ураган? Ну, как бы, да, он... Бобо делает. Сектанты прячутся внизу. По-моему, да это очень что? Логично. Блин, что-то они стали часто говорить, не заметил? Кто? Ну вот, все события в оригинале они как-то скажут и помолчат. А тут они вообще прям разболтались, да? Да, сейчас что-то они разболтали. О, у меня 200 крит. Так. Они, ты. Я обязан тебе жизнью. Дай лучше денег, лучше оружие. А, да она так бегать быстро не умеет. Да так, она у меня не... бегает вообще-то. Я знаю. Так, надо не забывать, что эти очень больно бьют своими... паразитками. Но они кидают коктейль Молотова под ноги. Так, надо это забрать. Так, мне сейчас надо тоже лошадь эту поставить с огоньком. С керосином в одном месте. Это просто, да? Кошмар. Смотрите. Иго-го. Стоп, я сейчас какой-то смех странный слышал, это нормально? Это событие, да. Наверное. Да. Заходи внутрь. Тут каннибал Фуада. Самое распространенное арабское имя. Фуад. Не знаю, первый раз слышу. Ну ты же около экватора не живешь. Хорош бить лысого больного человека. Да, хорош бить дезертирку. Мне вообще ничего не дал. Жадный. Нет, дал что-то, какой-то топор дал, кстати. Но он хуже, чем у меня. И, кстати, универсальный цеп дал. Так. Чувак. Да. I need your pro help. О, как. Все. Держи. Ты что, не забыл? А нет. А что я должен был забыть? А тут сзади как бы еще два существа было. У меня тоже такой мотоцикл есть.
Надо привыкнуть и все время говорить чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Зачем надо брррррр говорить? Иго-го, вот так. В пещерку пойдем. Вообще-то должны быть верблюды. Пойдем. Если это... А, это нет. Зачем ты на велосипеде заехал в пещеру? Вдруг там грязь. Со всей скорости. Да, и морду все там пропахаешь. Ну так. Правда, у меня лошадка не вошла, но... Окей. Не вошла, да? Ну, естественно, и фейс-контроль остановил, говорит. Не, вы не подходите, говорит. А как из такой маленькой дырки вылазит три... птички? Бдичка. Бдичка. Елкин стоит. Да, смс-ка пришла, не пали меня. Так, давай это... Реально было бы здесь в каждой локации свое ездовое животное, там, верблюд бы сейчас был бы. Без горба даже согласился бы взять, просто верблять. Чё? Да не, ничего. Ой, тут это ядом кидается, идем сюда, побьем ее. Тут тоже какая-то чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Он хоть чуть-чуть обжигает этот чуть-чуть. Да. То мне кажется, вообще там только щит. Я тебя прям спас, слышь. А че у тебя синенький этот щит? Ну, он хп нам дает, как броню такую. У тебя он тоже появляется, когда я использую эту хрень. Нам мне надо ауры же своей делиться. Ну да, у тебя своя аура, у меня своя аура. У тебя на ускорение, а у меня на хп. На хп? На хп. Магду убьемся в этой серии? Не думаю. Сейчас знаешь, миллион зрителей ушло от нас. Ну, мне жалко твой миллион. У меня как было, так и осталось. До миллиона мне еще далеко. Итак, знаешь, выходит эта серия, раз и у Элки на миллион подписчиков. Не просмотров, какой подписчик? Нет, миллион зрителей, ты будешь подписчиков. Я сказал просмотров. Все? Кобздец тебе? Да не, тут этот есть рядом, колодец. Вон, деритесь сами. Они, главное, я их помирил, поссорил. Они стенку построили, отградились. Ты видишь, что сейчас здесь делает эта дура? Он, короче, стоит, а его зеленая вот эта хрень бьет. Ядовитая которая. Вот это вот плохо. Они застраивают и под ногами зелень. Да, это, конечно, вообще не очень хорошо. Не алло. Но я минусанул одного. Молодец. Возьми пирожок с гвоздями. Давай. Только ты забыл указать откуда, то бишь с полки. Смотри. Мы сделали страшную вещь. Мы выпили колодец. Да, не знаю, что нас ждет впереди. Ну так. А именно вот в такой локации у нас подохло сорса. У нас! Сорса. А, кто-то меня не спас, вот в каком-то таком вот районе. О, спасибо, вот. Ты мне кольцо, кстати, выбрал. А, ты легендарное. Не стоит благодарности. Чувак. Я тебя слушаю. Ты так решил встать, просто отдохнуть, да? Да, я тебя жду. А ты что, думал, я пойду сейчас зверюшек убивать ради твоего опыта? Не, ты что? Все один, да, все один, все сам. Ты идешь, а то мы у нас баф, да, как да. Бы тут удач. Баф удачи? Я даже на коняшке к тебе приеду. Давайте проголосуем. Нужно ли этому большому взрослому человеку говорить чучу? Он все ребенком, как будто дитя играет. Да. Ну это прикольно. Детский сад, ромашка, блин. Васильки. Откуда этот вот этот Василек взялся? Из Васильковой страны. В помещении, как и шапки, нельзя носить и кататься. Слушай, о, блин, шапка, что-то их там до хрена. Не надо меня застраивать.
Вот туда еще телепортанулся. Вот попал. Так, их надо подружить. И да поджарить. Не выпустят они тебя. Так я их подружил и поджарил. О, подружил. Не закрывайте меня здесь. Я начинаю нервничать и материться. Ты еще ни разу не сматерился сегодня. Да ты что? Ну ладно, матерился, но этого нет на записи. Руганулся. Руганулся, да. Но все-таки, если бы они чуть умнее бы эти монстры были, бы они уже давно на нас убили. Ну да. Но этого не случится. Я вознагражден за твою веру. Мы умнее монстров. Интересная вещь сейчас произошла. Я ударил, и из монстра выпал щит. Но он еще был живой. Потом я его убил, и он тут золотой щит выкинул. У тебя был глюк. На записи посмотришь. Так, когда уже там мы дойдем до нужного нам места? Ну, хрен его знает, ты сам предлагал делать покороче серии. Но мы сейчас по-любому культ должны найти. И потом быстренько найти этот. И к подвалу переместиться, и все. У подвала, наверное, закончим. Только в подвал не заходя. А нет, нам еще до подвала там портал есть. Кстати, тут какая-то непонятная хренотень произошла, и мы вернулись туда даже, где и были. Ну ты даешь. Давай, может, пойдем уже искать этот культа. А вот те и золотые. Будем их дружить? Да мы их уже сдружили. Какая дружная семья-то, да? Угу. Да ем. Ты опять уровень получил? Чувак, я ровно на 9 клеток отстаю, то бишь на целый уровень. Мне кажется, ты тайком, знаешь, я не буду говорить эти все интеллигентные слова, но ты поигрываешь. Нет, чувак. Вот я как был, я с тобой получал уровни, так же сейчас получаю. Я тебе не верю. Можешь не верить. Все, давай, пойдем в город. У меня все шмотки дают какой-то процент к опыту. Ну, конечно. Да. Ты думаешь, я тебе поверю? Можешь не верить. Вот, например, сейчас надел кольцо на 3 единицы к опыту. Че, пойдем в город? Точнее, даже 19 культа... к опыту. И культовиков остановим? Пойдем. Потому что нам, по идее, надо уже закруглять серию. Да, и портаньемся. А у нас нету портала. Не, а мы портаньемся сюда. Ну куда? Ну сюда. Может вот это вырезать? Ладно. Не, пусть будет, пусть все смотрят, какие мы хорошие шмотки ломаем. На материалы, которые мы все равно использовать никогда не будем, но все равно, пусть видят, как мы это делаем. Слушайте, люди, вы нам кто-нибудь объясните, все равно же есть люди умнее нас. Почему не все предметы попадают в трансмофологию, или как она там называется? Трансмагрификацию. Да. Вот есть иногда красивые вещи, но их там нету. Короче, как они определяются сами по себе, что одни попадают, а другие нет, и какого хрена это происходит? У меня урон 666,29. А, это жесть. Да. Я сейчас красный камушек вставлю в топор, который я купил, если он, конечно... Или же вставить зеленый. Я красный вставил. Вот, у меня теперь 647 урон. Вот, ты меня наконец-то догнал. Так, догнал? А пойдем в портал и выйдем на улицу сразу. Ну, там так долго бежать. Правда, я топор купил, у которого этот... топор купил, у которого скорость единичка, то есть он очень медленный. А у меня 1.40. 1.40 это быстро, да. Ну, 1.50 там, по-моему, самое это. Еще или 1.60, я не помню. Там какая максимальная, кстати, вот интересно. Без понятия, врать не буду, но... Выходи быстрее. Да, я увидел, кстати, это когда вышел. Как мы его пропустили вообще? Я не знаю.
меня теперь белые 2000 удар. О, гоблин, ну зачем ты его задел раньше времени? Да, ты гоблина хочешь на нашу сторону переманить? Да. А ты смешной. А чем он хуже? Не, в том, что он тебе все равно вещи свои не отдаст. Он гоблин. Он жадный. Ему пофиг, да? Он даже в Карбот, когда его рисовал, он Диаблу и Ментаэлю он свалил от них. С подарочками. Забрав камень души, если ты смотрел эту серию. Да, я смотрел эту серию. Да, и вот некоторые не знают, продолжают кидать ссылки на Карбота. Мы знаем про него. Отличный чувак. Просто тонкий, тонкий юмор у него. Нам, по-моему, вниз надо. Нет. Нет? Вообще близко было. Так, ладно. Да, я люблю пафосно врываться. Пафосник ты. Но костер разжег, ты не против, да, надеюсь? Я с ним тебе даже помог. Второй разжег. Так, теперь... Пойдем чародейку отведем и там же остановимся. Интересно, вот есть снизу. Вот спорим, будет смешно, если снизу портал. Портал всегда, где. Ну, после не, моста. Не снизу портал, в смысле этот. Как он называется-то? Кто? Колодец. Какой колодец? Ну, желтый. А мы его не взяли. Ну, мне хватит, знаешь, я никуда не тороплюсь. Да делай уже портал, дура. Теперь нам надо найти заставу Хасин. Вот, телепортируемся в город. И завершаем серию. 22 минуты, кстати, почти уложились. Круто, пацаны. Да, вставай. Вставай рядом. Мужик, вставай рядом. Все, я вот так хочу. Всем спасибо и давайте до следующих серий. Да, всем удачи, всем пока. Так, а теперь ты меня, друг...